Карточки у меня их полно. Да. Стул шикарный. Что такое, непонятно. Я разберусь потом. Я вот вас подожду. У нас что-то там. Вот перед этим, когда, ну, бывает в чат рулетки, я вот так вот стану здесь вот. И тут отсюда разговариваю. Мне так удобнее иногда. Вот я сегодня начал лезть сюда, в 20 минут первого было. А как сделать правильно? Ну, сейчас она качает. И вдруг прерывает все. У меня связи нет. Если связи нет, для меня это тревога. Кто-то едет, и все по скайпу. Вчера только один по лагерю. Я ему ответить, а уже ответа нету. По телефону никогда не звоню, ни одному человеку. Это, во-первых, опасно, а во-вторых, за деньги. А третий, у меня телефон-то такой, я в ладонь зажимаю. Это Елена Гладыщук, где-то там она нашла кто-то по объявлению, видать. Ну, самые-самые первоначальные были, где я ему, видишь, как шил. Вот он. Вот он, закрыл я его ладонью. Вот, откроешь его. 6:21. До этого было, и что-то с ним неладно было. Ну и рублей 250, больше она не платила за него. Звонить не звоню, но мне могут позвонить. Вот для чего это я держу. Кто-то у дверей там подошел калитку открыть. О, карман зашитый. Повернул. Можно и привязать. Я знаю, сколько теряют. Все, смотри. Скопировано, да? Да.